Вот, дорогие мои, как бы сейчас продолжение хочу доснять небольшое. В первом, где разбираем мы айву, я это, снял все пасеки. Пасеки плохие были, я даже маленький заменил. Вот на резиночки, видите, какие. Вот эти вот резиночки на маленьких тоже заменил. Хотя там вроде стояли. Вот. И поставил сюда вот резиночки, знаете, продаются медикаментозные. Но они не очень хорошие. Вот хорошие вот эти вот пасеки, резиночки из презервативов, которые получают силиконовые. Они крепкие, они надолго хватают. А вот эти вот резиночки, конечно, они не очень. Одну вот эту резиночку я оставил. Вот это она как бы рабочая. Нормально еще. Вот. А вот этот пасек, видите, конструкция должна легко вращаться. То есть без сопротивления. И без прокрутов. То есть, в принципе, если так вот идет, без прокрутов все, значит, должно работать. И легко должно вращаться. Вот этот механизм, видите, он сейчас в нейтральном положении стоит. И туда крутится свободно, и обратно крутится свободно. Вот это нормальное положение. Вот шестереночка где-то рабочая вот так вот стоит. Вот видите, она в одинаковом положении стоит. Вот, если заметить, в одинаковом положении. Что это, что там. Вот. Ну, чтобы их перевести, бывает так, что люди не знают, как перевести в нейтральное положение. Вот эту катушечку надо щелкать и крутить. Ну там, не знаю, по часовой стрелочке, раз, до щелчка. Щелчок, потом опять нажимаете на катушечку, на эту. Видите? И опять крутите, опять до щелчка. И до тех пор, пока на катушку не надо будет нажимать, когда она будет свободно крутиться, это и будет считаться нулевым положением, нейтралью, как сказать, как в автомобиле. Вот. И вот это положение будет говорить о том, что в принципе можно в таком положении устанавливать уже на место этот лентопротяжный механизм. Вот такая вот система у нас с двигателем. Двигатель. Сейчас меня интересует, какая здесь фирма. Санкио. Микросхемы. Санью, а это Санькио какой-то. Видите, двигатель называется. Ну что это не сфокусирует? Санькио. Вот такая вот у нас интересная сегодня тема. По лентопротяжным механизмам. Ну, я говорю, вот эти вот хорошие пасеки силиконовые, сами знаете от чего. А вот эти резиночки, конечно, не очень, не знаю, надолго хватит. Но попробуем, попытка не пытка. Вот то, что были у меня резиночки. Я вот так установил, подобрал по размеру. Они, в принципе, крутят нормально. Ну, потом соберу и включу, попробую, посмотрим, будет кассета работать или нет. Вот такая пока сегодняшняя у нас тема. Все, вот эту часть я пропылесосил. Головочки еще там протру спиртиком. Звукоспроизводящий, записывающий. И все. Можно будет собирать. Все, до свидания. Спасибо за просмотр.